Группа депутатов Мажилиса парламента Республики Казахстан в настоящее время ездит по регионам страны, встречается с населением и представителями местной исполнительной власти, где озвучивает основные положения законодательной работы и вопросы, которые обсуждаются в Мажилисе, направленные на улучшение качества жизни казахстанцев. Сегодня один из членов специальной группы, мажилисмен Серик Сейдуманов, встретился с работниками акимата города Тараза. В ходе выступления он подробно остановился на проделанной работе по развитию Казахстана в рамках реализации всех поручений, указанных в посланиях главы государства. В результате за 2018 год рост ВВП составил 4,1%. Впервые добыто более 90 миллионов тонн нефти и около 60 миллиардов кубометров газа. В социальной же сфере за всю историю республики построено 12,5 миллиона квадратных метров жилья. После же участники встречи смогли задать свои вопросы и предложения. В частности, это необходимость внедрения подушевого финансирования молодежной политики, различные льготы уязвимым слоям населения и инвалидам. В свою очередь, Серик Сейдуманов заверил, что все вопросы будут учтены и рассмотрены в депутатском корпусе для эффективного их внедрения в законопроекты. Сегодня имеем единую программу развития страны до 2025 года. Это первое и главное. Второе, мы имеем четкие показатели по всем трем направлениям. По экономике, четвертая промышленная революция. Второе, по Расулхани Жангуру. Понятно, по духовной сфере, так, социально-культурной сфере имеем. Ну и имеем, естественно, задачи по... имеем по политическим вопросам, мы продолжаем заниматься этими вопросами. Это идет через, естественно, парламент.